Орландо Джонсон и Элджин Кук – ураганный дуэт. Быстрый отрыв, как по учебнику. Две передачи – атлетичный данк. Шоу-тайм по-саратовски – Орландо Джонсон и Элджин Кук. Автодор Саратов. Все навыки при нем. После передачи Дмитрия Хвостова Ивлев исполнил великолепную скидку на Джей Джей Джонсона. Американец непринужденно забил сверху и приземлился на пятой строчке хит-парада. Ивлев на Джонсона, Локомотив Кубань, Краснодар. Атака казанцев работает как часы. Раз, Пьерия Хенри находит под кольцом Трентона Локита. Два, Локит скидывает на Артема Клименко. Три, центровой мощно забивает сверху. Мат в три хода. Артем Клименко, Уникс Казань. И лучший момент недели. Внимание, при просмотре у вас может закружиться голова. Джамара Абрамс из Смоки Минск показывает чудеса вращения. Координация и финт, дальняя сторона кольца, разворот в воздухе. Но такие моменты можно смотреть вечно. Джамара Абрамс. Защитник Смоки Минск Бранко Миркович, баскетбольный квотербек. Сверхдальняя передача в отрыв партнеру, легкие два очка. Тачдаун пас от ветерана минчан. Антон Панкрашов и его бывшие – особая история. Защитник «Зенита» напомнил Казани, за что его любили местные фанаты. Пас с разворотом на 180 градусов. Густаву Айону осталось только положить мяч в кольцо. Вау! Парма разыграла шикарную комбинацию в матче с Лока, просто как раз, два, три. И вот уже Марекс Мэрис без помех колотит сверху. Пас в касание от Евгения Валеева и данк с оттяжкой. Эффектнее старого доброго алиупа. Серхио Родригес подвесил мяч над кольцом ВФа для Отелло Хантера. Центровой оценил старания партнера и завершил эпизод атлетичным данком. Серхио Родригес на Отелло Хантера, ЦСКА Москва. Не усложняй. В Саратове все просто. Майка Даунс на Брэндона Фрейзера. Завис в воздухе и выдал классную передачу набегающему Иоанну Хаммеру. Мощный данк. Получите, распишитесь. Иоанн Хаммер. Автодор Саратов. За результат он отвечает за то, какими средствами он пытается этого результата добиться. Феодосич. Какая передача Билоша на Хайнца. Да, просто сейчас раздел соперника Феодосич. У хорошего плеймейкера глаза на затылке. Тейлор Рочести перехватил мяч и невероятным движением отдал его прямо на ход Мэда Дженнинга. Акробатика в действии. Мяч в кольце. Локомотив Кубань, Краснодар. Калев уложил на лопатки Автодор. Бранко Миркович передал персональный привет Артему Забелину. Разыгрывающий нашел лазейку и пас между ног. Оу, это унизительно. Седрик Симмонс был тут как тут и украсил момент атлетичным данком. Бранко Миркович на Седрика Симмонса. Халев Таллин. Второе место. Да, дочечка в этот цирк гарном просто вставляет. Ну, справился, справился с ситуацией. Уровень опеки сегодня не тот, и при данном уровне конкуренции тянуть и чувствовать себя вольготно, но позволяет себе даже вот так хулиганить через руку Дезиула, там мяч пробросил.